Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в драконы всадники Олуха. Четвертый день, 35 рун. И я забрал. Так, двигаемся дальше. Беззубик. А ну-ка, показывай. Ох ты. Ну, это яйцо, по-моему, было, если я не ошибаюсь, это громобой. Да, это громобой. Ну что ж, пускай выводится. Я лично не против, нам лишние драконы не будут, как говорится, мешать. Мы их все равно потом будем возвышать. Так, ну этих хламонов я пока отправляю. Так, смотрим, сколько нам нужно здесь для отправки. А нам нужно 350 миллионов древесин. То есть пока не хватает. Ну и пускай стоит он на месте. Потому что мы можем с тобой спокойненько сейчас накопить. Древесина копится проще всего. Так, сейчас мы здесь вот глянем. Смотри, оп, 111 миллионов, понял? Сразу же, с лету. Так, у нас, кстати, две постройки новых, и плюс идет улучшение. Так, этого отправляем за рыбой. Ну и что-то тут у меня притулился, блин. Древесину-то я как раз собираю. Можно было бы, конечно, потратить, но тогда у меня кое-что не получится. Не получится отправить у меня ветрокрыло за железом. А железо мне нужно, ты сам понимаешь. Так, что у нас тут? О, ребятушки, с древесиной. Так, давай-ка мы тебя отправим. Этого тоже отправим. И этого. Так, эти за рыбкой. Пускай летят. 30 лямчиков получили. Так, а где у меня принцесса огнеедов? Она у меня по древесине спец, вот. Ну как спец? Сейчас 61 миллион. Но на самом деле она больше приносит. Потому что я, по-моему, у нее успел просто хапнуть. Чуть-чуть. Так, 630 нужно, да? Чтобы его отправить. Ты не забывай, что мы сегодня события допроходим. У нас два поединка осталось, так что тут 686. Всего лишь два поединка. Так, 350. Все, ребят, я отправляю. 125 железа. Блин! А, подожди, а что я переживаю? Погоди, а кого нам прокачивать? По-моему, вот здесь, да? 625. Все, ребят, надо не забыть, что весь начес у нас будет идти на прокачку. Если что, ребят, периодически мне об этом напоминайте, потому что могу забыть, серьезно. Не специально, просто вылетит из головы и все. Так, что у нас тут? Загадочный пак. Ну, понятно, монета Одина. Шепот смерти, древоруб, кревет. Ну и чуточку ресурсов. Давай тогда еще и рекламный. Так, монеты Одина забрали. И Костолом, Громоль, Древоруб. Замечательно. Ого, прикинь, такой прикольный, да? Какой-то радужный дракон. Так, ну что, тебе за рыбой? 665 рыбы. А это говорит о том, что я могу еще отправить за железом. Блин, не хватает чуть-чуть. Совсем немножечко не хватает, чтобы его отправить. А ты? А, тебе нужна древесина. Все, я понял. Ты работаешь за древесину. Окей. Давай тогда заберем здесь награды. Оп. Так, одна есть, как говорится, в копилочку упала. Но здесь мы не успеем, наверное, накопить. Хотя можно повоевать на арене, по-моему, там как раз нам и добавят. Так, секунду, что нам выпадет здесь? Ну, царапки, короче. 250 штук. Так, давай заберем свой янтарь, который тут завалялся, и поставим, наверное, следующий, да? Ну, вроде бы как все, хотя нет, не все. Давай-ка этих бармутов дальше отправим на приключения. Так, постройки бесплатно. Барсик. Так, что же ты мне выдашь? Тут два варианта. Либо шестеренки, либо руны. Ага, все-таки руны. 12 штук. Так, барсик, пора тогда тебя еще раз отправлять в драконий край. Пускай летит. Так, сморкала нам приносит 7 рун. Давай, азы. Полетел. И Грамгильда у нас
приносит шестеренку, конечно же. А, нет, смотри-ка, пак. Хм, я думал, шестеренку даст. Все, полетела Громгильда у нас. Нам же надо без зубика еще отправить. Ну, так, у нас, кстати, еще и паков нету, ко всему прочему. Что я делаю? Вот скажите мне, что я делаю? Чудить начинаю. Тут надо же вот так вот все делать. Хоп-хоп. Дальше начать. И что мы там собираем? Шлемы. Мы собираем шлемы. Я думаю, шанс у этих шлемов найти очень маленький. А вот, друзья мои, и еще одна награда. Прям в карманчик нам упала, и там светлый янтарь. Жесть какая-то. Там потом 500 царапок будет. Ну что, вроде бы здесь все. Сейчас мы посмотрим фонарик. Где он тут у нас? А вон он где. Притулился. Яйцо, кстати, очень интересно, ребят. Такого я еще не видел. 680. Во, все, 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 все. Накопили, отправили. Так, еще бы вот древесину. Ну, может быть, на событиях, я не знаю, ребят, получится у нас немножко набить. В общем, поехали. Нам осталось тут всего лишь два поединка. Раз и два. То есть мини-босс и босс. И два светлых янтаря мы получим. Просто шикардосная награда за такое долгое испытание. Так, я, пожалуй, начну с кревета. Хотя этот тоже Бармотус, вредитель еще тот. Ну, буду начинать с кревета. Так, смотрим. Ага. О, тихо, тихо, тихо. Парень, не надо вот свое тут усиление. Убери его куда подальше. Все, по красоте. Так, ты что, будешь тоже усиляться? Не стал. Хрумкаем. Дальше, наверное, залечим раны. И пробивной. Так, сейчас они вдвоем тут. Этот, наверное, фаербол сейчас запилит. Само собой. Этот подхалим. Ага, вот сейчас он решил, да? Он сейчас решил у нас усилиться. Но мы его успели подбить. Так, этот, надеюсь, фаерболами больше не будет баловать. Так, он хильнуться решил. Слушай, я тогда тоже решу хильнуться. Так надо. Потому что здесь три волны. Худо-бедно, надо как-то продержаться. Норм. Так, что у нас там по второй волне? Два престиголовых и злобный змеевик. Я даже не знаю, с кого, честно говоря, начать. Наверное, вот так вот все-таки пойдем. Раз. Блин. Короче, так сделаем. Этот просто ударит, фаербол у него не получится выпустить, потому что мало энергии. А вот тут вот я, конечно, ребята, наверное, лопухнулся. Слушай, повезло, что он начал атаковать сюда. Изи. Они просто начали промахиваться один за другим. Что очень приятно меня порадовало. Ты! Кул! Даже этот промахнулся своим фаерболом. Тогда добивка. И начинаем вот этого мурыжить. На тебе. Сейчас, кстати, он сделает... Да-да-да-да-да. Вот об этом я и хотел сказать. Что он сейчас сделает супер свою атаку. Ну что, переходим на последнюю волну. И вот у нас мини-боссы. Ну, если это можно назвать мини-боссами. Это, ребят, полноценные босяцкие. Тут по-другому их не назвать. Так, нам нужно будет этого быстренько завалить. А потом... Громобоя. Сейчас кого-то заблокирует. Ай, как не... И этот еще, да, подхалим? Допустим. Поехали. Раз, два. Да ладно, мы еще не успели его пробить. Дальше у нас будет ходить... Давай я так сделаем. Потому что этот все равно, ребят, суператаку свою не сделает. Он будет просто бить хвостом. Ну, отхиливаться, конечно. А вот этот будет делать свои... Вот... Вот на что, ребята, и был сделан, так сказать, акцентик. А мы вот так еще сделаем. Вот так вот сделаем и сюда. Пускай он его бомбит. Блин, у него... Так, только не говори, что ты мне хочешь... А он хочет.
Друзья, он хочет, но я ему не позволю этого сделать. Он очень жаждет. Е-е-е. Ветрокрыл готов. А этот уже нам не страшен. Поверь мне, это шелуха. По сравнению с ветрокрылом, это, ребята, ерундистика. Если бы был бы темно-синий. Хотя это и есть темно-синий, но у него нету этих очков. Значит, это ватник. Вот и все. Крутим колесо и забираем рыбу. Так, ну что? Загадочный пак у нас тут. Новые призы у нас пошли в копилку. Ну что, босс, друзья мои, босс, собственно, персоны. Надеюсь, сейчас будет только две волны. Да, две волны и начинается... Ну ты сам видишь, с чего тут, блин, начинается. Стальной капкан и все дела. Его, конечно, нужно... Ну вот этот тоже, ребята, очень лютый персонаж. Особенно если он сейчас начнет баффаться. Этот мне не страшен. Вот, вот этот вот, да. Смотри, что творить начинает. И этот сейчас отнимать будет энергию. У-ху-ху-ху-ху. Он еще и замедление повесил нам. Ну, вообще чудесно, ребята. Слушай, по-моему, кого-то сейчас размажут. Промахнулся. Это наш шанс. Это, ребятушки, наш шанс. Так, ну что, этот сейчас будет делать разбег? А, этот? Ё-моё, ты видел, что ты сделал? Это я хорошо, ребята, успел хильнуться. Да-да-да, вот таким вот образом. Разбег, само собой. Досталось бедному Барсику у меня. Ну ладно, сделаем так. Укус. И добивка. А, добивка, он ходит. На тебе. Так, что у нас тут? Ёк-макарёк, кревет. Ой, тройной удар. А хо-хо, не хо-хо? Чё такие команды, это же лютые. Чего? Вы, блин, серьезно, ребята, уж извините, но это просто вынужденная мера была. Пришлось потратить руны. Ты видел, как он бомбанул? У него даже уровня, ребята, не показано, прикинь? Какого он уровня, я даже не знаю. Но мочканул-то он вообще просто от души. Давай еще разок так же. Нет, сейчас потише звезданул. Но все равно неприятно. Блин, 280 с лишним рун потратить пришлось, это представляешь? Кстати, нельзя, ребята, ему позволять. Я, наверное, ничего не буду делать. Нельзя позволять ему накопить много энергии, иначе... Ты видел? Ну, конечно, ты видел. Конечно, ты видел, что он сделал. Давай еще разок. Офигеть, он мочит. Да, вот оказывается босс-то который. Так, давай еще разок, добивай своего этого сосунка. Трэш. Как думаешь, мы выживем сейчас? Или нет? Ё-моё. Я уже боюсь. Я уже боюсь его. Раз. Видишь, что вытворяет? Два-с. Так, фиолетовый против синих не особо хорошо рулит. Ну-ка. Да нет, 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 не надо. Фух, ребята, это просто повезло нам. Прошли испытания. Ну что, крутим очередное колесо и забираем древесину. И также два... два светлых янтаря. Ну все, 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 пропустите этот диалог. Так, ну что, откроем... Монета Одина. И тут у нас шепот смерти, древоруб, кревет. Кто там у нас?
Дымодышащий душитель. О как. Конечно, выводится его... А, он уже сразу... Понятно. Разместить. У наличия уже два есть. В ангар, да. Кстати, смотри, этот у нас уровень получил. И, ребята, теперь он может нам добывать... Нет, не... да, может добывать железо. Одно, но я его на прокачку отправляю. Все, пускай летит. Пускай летит и дальше прокачивается. Это еще 10 часов будет качаться у нас. Так, а где у нас... Так, тихо. Блин, а, вот. Давай, ищейка. Иди дальше, продолжай прокачиваться. А мне нужны, вот они, стоят, супостатики. 369. Блин, ну это рогобой, ребят, это премиум. Как бы нам бы надо бы его прокачивать на самом-то деле. Надо. Но очень много он требует ресурсов, конечно. Требует очень много ресурсов, но я думаю, что потом... Слушай, может быть, нам потом расширять территорию, а? Как бы тоже не помешало бы. 630. Я вот одного не могу понять. Где у нас, друзья мои, вот ресурсы, которые мы с вами когда-то могли получать? Почему их сейчас отменили? Нет вот этих вот паков. Раньше мы могли пак с собой, например, взять, да, там, на рыбу. А сейчас такого нету. Вот загадочный какой-то есть, 5 часов 44 минуты. Остальные все платные. Подожди-ка, может быть там без... Подожди. Бесплатные. Это не... Хотя, погоди-ка. Ресурсы, рыба. Древесина. Это вот все, что они могут вот так вот сделать? Не, так меня не устраивает. Так я не хочу. Ну что, мне тогда остаются друзья. А ты что стоишь-то? Ты что не... Я тебя что, не отправил, что ли, в прошлый раз? Ё-моё, садовая моя голова. Я его не отправил, а он стоит, выжидает. Вот это я лопухнулся, конечно. 184. Ну, иди обучайся, ворчун. Ну что, пойдем тогда на арену, друзья мои. Заработаем с вами 3 пака. Ну и, соответственно, пак вождя, который не будет нисколечко нам лишним. Так, команда Гуфи. Поехали. Начнем с дымодышащего. Так, 16, 17 и 18 уровень. Воу. Смотри-ка, ребята взялись очень крепко за моего барсика. Так, пробивай, барсик. Отлично. По броне будет бить? Нет, не по броне. Да отвали ты уже, а? На тебе хилку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, ребятушки, что сейчас будет? Сейчас будет лютая заморозка от ветрокрыла. Да ладно. Ну, тогда уж извиняй. Да, я не спорю, ребят, здесь подбили мне моего барсика, но это, поверь мне, все. Блин. Я, наверное, не успею, да? Удвоение энергии. Не успею. Блин, я хотел на него степоту повесить. А видишь, не успел. Сейчас все равно он кого-то разбудит, 100%. И что он делает? Разбудил. Делаем укус. Все, теперь мы его в слепоту, ребят, загоняем. И мочим, что есть силы. Пока он нам бесстрашен. Пускай он там пыхтит, что хочет делать. Мы будем его в этот момент, ребята, люто-люто разбирать. Ну давай, давай, не кряхти там. Есть. Первая победа на арене за нами. Ну что, друзья мои, очередной у нас поединок, и здесь у нас Колотряс, Крылатый Ужас и Криви... Ой, этот, Кривоклык. Начнем, наверное, со Колотряса все-таки.
Да, так будет, наверное, правильнее. Но если мне сейчас уничтожат штормореза, это будет беда. Это, ребята, будет беда. Я не справлюсь. Этот добьет подхалим. Естественно. Этот подхалим добил. Как нам теперь вот тут справляться, а? Скажи мне на милость. Хила нету. Есть только приворожение, конечно, мы можем приворожить. Так, у нас фиолетовый против красных фигово, да, действует. Давай, наверное, вот так вот сделаем. Будем бомбить. Пускай он нам поможет завалить. Так, тихо, главное, чтобы он тут. Да ты запарил, он еще и замедление вешает, а? Ну ты посмотри. Вот как вот мне тут сейчас успеть? А, у нас от... Мы сейчас успеем, ребята, в слепоту на него повесить еще одну. Тогда, да, тогда есть шанс его уничтожить. Видишь, он слепой, как крот, ничего сделать не может, а мы его сейчас... Фух, вторая победа за нами. Ну и третий поединок. Так, Рыкошмык здесь у нас что-то притулился. Наверное, с него я и начну. А этот еще фаербольщик тут. Так, сейчас они вдвоем сходят. Потом мы сможем понизить броню. По пониженной броне сделать пробитие. Ничего себе, он еще усиливается здесь. Никаких усилений. Перебьешься. Ну, здравствуйте. Так, вроде, ребят, прогрузилось. Так, давай-ка мы, наверное, кривоклыка сейчас попробуем. Ну, если этот фаербол сейчас начнет расплевывать, это, конечно, будет беда. Очень много урона он наносит своими фаерболами. Этот громель. Благо, не делает пока ничего. Ну, что ты там? Хе-хе, промахнулся, так тебе и надо. Здесь просто сделаем укус, а вот тут уже, ребят, надо бомбить. И готовиться к фаерболу. Что он делает? Почему он не хочет бомбить? Ну, ребят, у него был шанс бомбить, он его упустил. Теперь мы уже просто его будем расчехлять по полной программе. Поздно, батенька. Поздно. Все, ребят, третья победа и пак вождя за нами. Так, ребят, как видите, с паками ареновскими нам не очень повезло. Обычные три штуки выпало. И пак вождя. Так, кошмарный пристеголов, ужасный чудовище, крылатый ужас, дымодышащий душитель, громобой, экзотический шепот смерти и барсик и вепрь. Окей. Да, на сегодня, пожалуй-ка, будем, наверное, закругляться. События пока нет, ребят, но я думаю, что вы мне напишите, как только оно появится. Если я не буду работать и буду на выходном, естественно, сразу же пойдем проходить. А на этом все. Всем удачи и до скорых новых видосиков.